Сорта «Золушка Барон Салемахер», выращенные из семян, зимовала первый раз, без укрытия, под снегом, под большим сугробом. Сейчас снег растаял, земля немного подсохла, и я обработала кустики биологическим фунгицидом от болезнетворных бактерий. Теперь мне необходимо ее подкормить. Для этого у меня есть отличное удобрение «Органик Микс» для клубники и ягодных, полностью органическое и сбалансированное. В состав входят морские водоросли, дрожжи, костная соевая мука, глютен, жмых семян подсолнечника. Для начала я провела небольшую стрижку своей земляники, обрезала сухие старые листья, убрала из-под кустиков мусор и внесла 1 столовую ложку гранулированного удобрения. Затем хорошо прорыхлила, немного добавила земли, так как клубника и земляника со временем имеют свойство как бы приподниматься в корнях, далее нужен обильный полив, желательно замульчировать для лучшего эффекта. Этого удобрения хватит на 3 месяца. Сейчас апрель, то есть до конца июня я могу не беспокоиться от подкормки своей земляники.